May I ask you to take your seats? Пожалуйста, займите места, чтобы мы начали наше обсуждение. Right. It is a very big room, and we're not. Зал здесь большой, у нас не так много. Пожалуйста, поближе к сцене, чтобы у нас более, так сказать, была теплая обстановка. Меня зовут Маркос, вице-президент, отвечающий за общественную политику в информационном сообществе, интернет-сообществе. Я также временный председатель МАГ, который готовил документы к этому совещанию. У нас достаточно высокопоставленные докладчики, которые поговорят о сотрудничестве участников и наращивании мостов. Идея этого названия пришла после конференции в прошлом октябре в Дубае, на котором чувствовалась необходимость создания мостов, чтобы говорить с людьми, чтобы делиться мнениями. И один из вопросов, который мы обсуждали на этом саммите по информационному сообществу, это роль правительств в многостороннем сотрудничестве. Прежде чем перейдем к самой дискуссии, хотел бы несколько сделать технических объявлений. У нас есть перевод на все 6 языков и наушники. Вы можете получить при входе в зал, поэтому если мы вас призываем использовать свой родной язык, у нас есть переводчики, но вам нужны будут использовать наушники для этого. И вы их можете получить при входе в зал. Хотел бы также призвать вас следить за, значит, за нашей... использовать Twitter. Поэтому, пожалуйста, мы также призываем к участию, дистанционному участнику. У нас будут участники, которые находятся, значит, на других районах, регионах, и мы будем их слушать. Рекомендация, одна из рекомендаций, которая была сделана рабочей группой в рамке комиссии по научно-техническому развитию. Они рекомендовали, чтобы сессии IGF сосредоточили внимание на вопросах политики. Поэтому мы получили склад соответствующий, и мы разместим его на экране как в ходе нашей работы, как только они будут готовы. А также мы подготовили некоторые документы или бумагу специально для вас. Вы можете записать ваши вопросы на бумаге, и наши сотрудники помогут передать их нашему модератору, который сидит в начале зала, Жанет Хоффман и Мэтью Шерс. Они будут получать от вас вопросы и передавать участников. Ну, кроме того, вы можете использовать и микрофоны, и устно задавать вопросы. Итак, давайте разрешите мне представить вам наших докладчиков. Начнем справа. У нас министр из Великобритании сегодня с нами, господин Вейзи, и справа от него посол Бенедикто Франсеко Фильо из Бразилии. А слева от меня посол Дэнни Супельвуда из США.
и Вират Бхатия из Сети, Индии. Также с нами председатель рабочей группы по инжинирингу интернета Яри Акро и представитель гражданского общества Авридория и наш консультант. И на этом хочу предоставить слово господину Вейзи. Пожалуйста, господин министр, благодарю вас. Вчера я выступал с... Сейчас буду выступать с места, с тем, чтобы сохранить неформальный характер сессии. Я надеюсь, вы будете задавать вопросы. Пожалуйста, можете хлопать, бу кричать, там, у кричать, и можете делать, как вам нравится. Мы очень рады, что правительство Бразилии в прошлый год завело эту дискуссию, и я очень рад участвовать в этой сессии, и рассказать вам о перспективах правительства с Великобритании. Когда Бразилия представила на политическом форуме в Женеве в мае этот вопрос, мы подумали, действительно, какова же роль правительства, мы не выделяли ее как-то отдельно, поэтому это хорошая возможность сделать это сейчас, на этой дискуссии, и послушать точку зрения других участников. Я считаю, это практически невозможно определить, потому что роль правительства очень широка, и как министр в правительстве Великобритании, отвечающий за политику интернета, я очень понимаю, насколько политика в области интернета относится ко всем другим министерствам, неважно, это образование, внутренние дела, безопасность, внешняя политика и так далее. Поэтому всегда все рискуют быть аморфными слишком. И когда вы все-таки доходите до того, где основная роль правительства, в чем она заключается, мы выделяем четыре темы, я думаю, помогут обрамить нашу дискуссию. Первое, это, конечно, поддержка строительства инфраструктуры. В Великобритании нам повезло, у нас достаточно конкурентный рынок телекома, который был построен частным сектором, и также для мобильных операторов. И мы строим сейчас систему 4G. И эта инфраструктура также доступна всем потребителям, потому что цены невысоки в результате конкуренции, и услуги достаточно продвинутые. И, соответственно, правительство поддерживает распространение этих услуг на места, которые не очень экономически состоятельны, то есть на сельские районы. И мы также содействуем строительству инфраструктуры там, но при этом в большинстве случаев все-таки частный сектор на первом месте платит за эту инфраструктуру, а правительство в основном создает правовую инфраструктуру для обеспечения конкуренции и справедливых цен. Кроме того, у государства есть роль обеспечить, чтобы местная правовая система соответствовала международной системе. Много клише в интернете, что является и основной принцип, то, что незаконно в офлайне, тоже должно быть незаконным и в онлайне. Вам все, что не дозволено людям в физическом мире, то это должно быть и в интернет-мире также незаконным. Например, хорошим примером является эта электронная подпись. Мы также играем свою роль в каких-то конкретных вопросах интернета, где, например, это нарушение прав интеллектуальной собственности, мы принимаем законодательство, чтобы правоприемники могли предупреждать по интернету против нарушения этих прав. Кроме того, мы боремся с
пристойными темой, которые пропищаются в веб-сайтах. Кроме того, важно подчеркнуть, что мы работаем в партнерстве с частным сектором и с гражданским обществом, потому что мы считаем, что это наиболее эффективный способ достичь результатов. Просто законодательство может быть слишком бюрократическим, если вы хотите получить результат. Поэтому очень важно работать в партнерстве. Хотел бы также подчеркнуть основные ключевые принципы. Принцип – это вмешательство правительства, и это не то, что значит контроль государства. Мы являемся как брокер, как представитель граждан, и может вовлекаться в какие-то вопросы, которые требуют срочного решения, но это отнюдь не контроль над интернетом. И Великобритания большой приверженец свободы выражения, самовыражения. И мы защищаем свободное выражение на интернет, гендерное равенство содействуем, помогаем людям возможность доступа к интернету, в вопросах образования и так далее. Как мы знаем, это огромный интернет, это мощная сила в рамках добра, но бывает, что и она опасная. И мы работаем с гражданским обществом, особенно с детьми в школах, чтобы дать им возможность задавать вопросы, учить их о том, как использовать интернет и делать это безопасно. То есть в этом тоже важная роль правительства. И в конце концов, наш четвертый принцип – это правительство может помочь процессу, многосторонние процессы партнерства и сотрудничества, что является корнем успеха развития интернета за последние два десятилетия. Мы выписываем и чеки, то есть финансируем ключевые группы, а также поддерживаем процесс IGF, создав свой внутренний национальный IGF. И мы обеспечиваем, чтобы наше присутствие было ощутимым. Поэтому, председатель, если суммируя все, что я сказал, конечно, у государства есть роль. Я надеюсь, я смог показать за это все, что роль правительства – это роль партнера, а не того, кто диктует то, как должен развиваться интернет. Поэтому мы являемся партнерами частного сектора в создании инфраструктуры, и обеспечиваем финансирование там, где экономика не позволяет этого сделать. И обеспечиваем правовые рамки для того, чтобы создать конкурентную среду и низкие цены. И являемся партнерами общественного сектора по вопросам защиты наших детей. И также подчеркиваем, что наша, так сказать, общая правовая система, правовая сеть относится не только к нашему реальному миру, но и к виртуальному миру на интернет. А также участвуем в развитии сотрудничества с другими участниками. Спасибо, что вы меня дослушали до конца. Благодарю. Прежде чем перейти к выступлению посла Фонсека Фильо, для тех, кто не был на форуме в мае, который организовал ITU, был весь, так называется, по эквивалентам резолюции, это называется проект точки зрения, который выражено было правительством Бразилии о касающемся роли правительств. И первый проект был, в общем, подвергся критике, а бразильская делегация на следующий же день представила нам переработанную уже точку зрения, которой согласились все участники. И генеральный секретарь ITU сказал, что теперь эта точка зрения может, значит, уже как бы стать с точки зрения для встречи IGF. К
где она может получить больше содержания. И вот мы сейчас здесь, и мы обсуждаем эту тему. Благодарю, председатель, благодарю за это вступление. Вы правильно отметили тот факт, что проект точки зрения, которая была рождена на встрече в мае, была результатом глубоких консультаций правительств и других участников, которые участвовали тогда на встрече. И мы пытались при этом сосредоточить внимание на идеях, на центральных идеях, которые могли передать через этот проект. И основа этих идей – это признание роли государств, правительств в модели многостороннего сотрудничества. Нужно рассмотреть пути от того, как операционализировать эту роль в полном объеме. Мы не стремимся к расширению роли государства и ответственности, но мы скорее признаем тот факт, что существуют различные стороны ответственности, и смотрим, как можно усилить эти направления ответственности. И в ходе дискуссий по управлению интернет, особенно представителями развивающихся стран, и не только со стороны правительств, но и других участников из развивающихся стран, особенно и менее развитых стран, эти вопросы подчеркивались как особо важные. И поэтому мы со стороны, с точки зрения правительства, мы пытаемся понять, как лучше усилить и операционализировать участие правительств. И как Бразилия полностью поддерживает вот этот подход, многосторонний подход к решению проблем управления интернетом, мы считаем, что это вполне законно и необходимо рассмотреть пути того, как усилить участие общегражданского общества, и хотел бы подчеркнуть, особенно с участием представителей гражданского общества развивающихся стран, так же, как и представителей частного сектора и других участников. И мы считаем, что они могут получить определенную пользу и выгоду от той структуры, которую мы создали. Поэтому бразильское предложение должно рассматриваться именно в таком свете. Оно не эксклюзивное в качестве предложения ITU. Оно было инициировано на ITU, но это дискуссия, которая принадлежит всем и везде. Мы должны обсуждать то, как мы должны операционализировать роль правительств в существующих институтах, которые относятся к интернету. Поэтому надеемся, что в результате мы сможем выработать какие-то ключевые идеи и развивать их. И хочу коротко при этом поговорить о ключевых моментах, которые были в предложении Бразилии. Мы говорили о том, что как ITU и другие международные организации являются законными участниками процесса, и они должны поддерживать участие правительств. Это есть признание законности участия ITU и других институтов в этом процессе. Маркус уже говорил в начале о встрече в Дубае, и мы согласились, что итоги, несмотря на достаточно такие жесткие итоги, Бразилия пытается играть роль посредника, и которая
Мы разделяем такие общие характеристики, и это позволяет нам говорить свободно с различными группами. Поэтому мы можем быть хорошими посредниками. И в результате итог был не тот, который мы ожидали, но мы были удивлены реализацией того, как оно говорилось, что ITU должна и должен играть роль в управлении интернет. Но некоторые страны отказывались от этого. Но это была часть консенсуса, достигнутого. То есть законность участия всех участников и международных организаций, и государств, правительств, вот, она должна быть подтверждена. То есть это отсюда у нас как раз проистекает вот эта тема участия государств. И как могут правительства должны поддерживать и как должны участвовать в этом процессе. И этим самым поддерживается сама идея того, что управление интернетом должен быть процесс многосторонним, с различными участниками. Все должны сотрудничать при условии доброй воли. Это основная часть этого точки зрения. Мы приглашаем генерального секретаря поддержать эту точку зрения. И в частности, в отношении развивающихся и наименее развитых стран, чтобы они также имели права и обязанности в соответствии с параграфом 28А повестки. И чтобы продолжать открытость в процессе развития интернета. И мы хотим подчеркнуть, что это Бразилия поддерживает такую. Мы считаем, что все должно быть открыто, транспарентно, и это то, что мы выделили в контексте ITU. Я считаю, это, скорее всего, наиболее важная идея. Хотел бы также сказать, что это живой документ. То есть у нас имеются различные версии данного документа на WTPF. И, соответственно, я бы сказал, что этот документ открыт для изменений. Например, когда мы говорили о том, что ITU должно укреплять потенциал, это означало, что, соответственно, речь идет о том, что вопросы, связанные с государственной политикой в сфере интернета, они продолжают обсуждаться, и, соответственно, речь идет о тех контекстах, которые ITU управляет в плане разработки плана действий, например, и, соответственно, ITU помогает развивающимся странам в защите их интеллектуальной собственности. Таким образом, речь идет о целом спектре работы в сфере ITU. Я думаю, что данная дискуссия, она также может быть развернута в различных форумах, которые касаются вопросов управления интернетом. И я хотел бы также отметить в плане только что выступающего министра Эдвейзи, мы хотели бы в этом связи поблагодарить Великобританию за это предложение. Я думаю, что мы смотрим на вопросы с различных точек зрения. Мы говорим о необходимости предоставления потенциала, а также операционализации. Соответственно, мы полностью на 100% поддерживаем эти задачи, потому что когда имеются задачи, мы считаем, что здесь имеются возможности ожидать ключевых ролей, которые будут брать на себя правительство, в частности, вопросов обеспечения необходимых правовых норм для защиты свободы выражения, свободы слова. Мы полностью согласны с таким подходом, и опять-таки речь идет о различного рода подходах, различного рода идеях, которые бы мы хотели отразить в соответствующем проекте. На этом, я думаю, не можно остановиться.
Просто хотел поблагодарить еще раз вас и еще раз хотел бы отметить, что один из возможных вопросов политического характера в контексте подготовки нашей встречи в рамке консультативной группы участников, речь здесь идет в частности о том, каким образом участие государства соотносится к так называемым саморегулирующимся органам, таким как IDF и другие. Я думаю, здесь очень важный момент заключается в том, что если мы посмотрим, как операционализировать участие правительства с тем, чтобы принимать во внимание некоторые сферы, которые регулируются различными агентствами правительства, но очень важно посмотреть на то, каким образом правительство может работать и, соответственно, работать в тандеме с такими саморегулирующимися организациями. Здесь очень много в настоящее время проводится инициатив такими саморегулирующимися органами, о которых правительство зачастую мало что знает, но самое главное, это каким образом правительство может интегрировать свою деятельность с такими саморегулирующимися органами, и, соответственно, при этом, конечно же, очень важно, чтобы сохранились статус-кво предоставления свободы самовыражения в интернете. Я думаю, это один из элементов, который должен быть очень важным в этой картине, когда мы говорим о том, как правительство может найти свою роль в этом механизме участия в работе с саморегулирующимися организациями интернета. Я думаю, что в некоторых случаях вот эти саморегулирующиеся организации, они играют очень важную роль, выполняют важные задачи, которые должно признавать правительство, поскольку в конечном счете это совпадает по целям между правительственными и неправительственными организациями. Может быть, в некоторых сферах эти компетенции пересекаются, но это очень важно регулировать в таком конструктивном ключе. Еще раз большое спасибо, господин посол, за то, как вы нам описали, что делает ваше правительство относительно укрепление этой инициативы WTPF, то, что происходило в Дубае, в частности, было также отражено в вашем выступлении. Мы также говорили о том, что здесь вы видите на экране, просто дублируется таким образом речи наших выступающих. Это также можно прочитать, то, что происходит сейчас на нашем подиуме и в интернете. Теперь я хотел бы отметить то, что говорил в начале. Если бы Твиттера не было, мы бы все равно бы каким-то образом выражали себя. И здесь вопросы очень важные защиты интеллектуальных прав собственности. Я предоставляю слово послу. Большое спасибо. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда. Я хотел бы приветствовать министров, послов, наших друзей из гражданского сектора. Действительно, речь идет о нашем таком широкомасштабном диалоге, который происходит прямо сейчас. Я хотел бы отметить, что действительно я знаю, что такое бразильское предложение по WTPF, и действительно вопросов происходит очень много, и здесь я хотел бы несколько слов сказать в качестве вводной части. Действительно, интернет, работу, которую осуществляет паутина всемирная, это очень важный момент, и в настоящее время ключевой момент ключевого развития экономического мира заключается в том, что правительства хотят улучшить свою экономическую ситуацию с помощью революционных коммуникационных инструментов, вооружить ими свои государства. И, конечно же, речь идет о системе, которая подразумевала процесс постоянного улучшения. И я здесь не буду говорить
о конкретном предложении от Бразилии, о предложении, которое основывается на диалоге. Но на самом деле это все происходит не в вакууме. Речь идет о том, что консультативная группа участников развивалась очень эффективно. Вначале это была ограниченная группа технических и научных деятелей, а сейчас это большое сообщество, представляющее себя многосторонние институты, партнерские организации. Мы всегда работаем над тем, чтобы улучшить транспарентность этой системы. Мы абсолютно уверены в том, что эта система адаптирует изменения динамические, которые происходят в нашем мире. В течение многих лет были различные предложения, которые отмечали, что должно быть какая-то отдельная государственная организация, которая бы несла такого рода ответственность за консультативную группу участников. Мы, в общем-то, понимаем эту идею как имени Соединенных Штатов, и мы приветствуем такого рода предложения, потому что речь идет об отражении общих устремлений того плана, чтобы консультативная группа участников КГУ работала в таком ключе. Но также нужно отметить, что предложение, которое мы видели сегодня, с нашей точки зрения, очень часто представляют вызов относительно того, что здесь очень мало можно делать в плане того, чтобы иметь интернет как глобальную точку доступа, и зачастую работают даже против этого. Мы считаем, что система КГУ доказала себя более удачной, нежели чем предыдущие модели относительно управления технологией. Мы не говорим, что она совершенна, но тем не менее она существенно улучшила свою работу с момента своего возникновения. Соответственно, мы считаем, в ГАГ, в Бразилии, там другие члены развивающегося мира являются очень активными участниками этой системы, но мы считаем, что увеличение включенности партнеров в эту систему заключается в том, что система эволюционирует, она работает на всеохватывающем параметре, и, соответственно, любые предложения системы управления интернетом не должны фокусироваться на каком-то одном институте или роли правительства в узком смысле. Соответственно, если мы не будем подходить к этому осторожно, фокусировать на единственном институте или конкретном партнере, очень быстро, в конечном счете, снизит роль такого широкого участия других консультативных групп участников. Соответственно, здесь не только речь идет об ITU, но и многочисленных форумах, которые объединяют различного рода заинтересованных лиц и организаций, в частности, развивающегося мира. И, конечно, такие же многосторонние институты, такие, которые имеются в правительствах развивающихся стран. Так что мы должны расширять эту дискуссию и при этом учитывать тот факт, что интернет-институты должны отметить свою работу в плане, опять-таки, открытой и инклюзивной природы. Здесь речь идет об участии всех заинтересованных лиц, таких как академические круги, гражданское общество и так далее. Мы в Соединенных Штатах считаем, что здесь должны быть услышаны голоса в большем объеме со стороны развивающихся стран прежде всего, и более важно, самих институтов. Мы считаем, что правительственная бразильская инициатива, она очень хороша в том плане, что работает по вопросам участия в разработке развития интернета всех заинтересованных лиц, и этот процесс обеспечения многостороннего участия поддерживается. Я думаю также, что ITU будет одной из организаций по поддержке таких усилий, но не единственной организацией такого рода. Соответственно, мы хотели бы еще раз выразить свое восхищение тем, что вы разработали Маркус и Вэлл правовые рамки,
И здесь очень много отметить, что действительно он помог мне разработать эти принципы государственных дебатов, общественных дебатов. И также здесь очень важно посмотреть на то, что действительно в Бразилии очень много сделано в плане развития интернета как открытого пространства. Я думаю, также здесь имеется требование по локализации, но тем не менее нужно подчеркнуть, что весь текст этого документа Marco Civil Legislation, как мы его называем, является очень важным направлением того, как Бразилия работает в создании подобного рода правового документа с участием всех заинтересованных сторон. Я также хотел бы отметить, что здесь очень много говорилось о подготовке интернет-саммита в Бразилии в апреле следующего года. И я еще раз хотел подчеркнуть, что Бразилия и Соединенные Штаты поддерживают принципы развития интернета как открытого сообщества с принципами защиты прав человека во главе. И, соответственно, также очень важно участие государственных и частных секторов в этом процессе. Я также хотел бы подчеркнуть роль Бразилии в этом плане, и я думаю, что действительно мы двигаемся в правильном направлении. Но по мере того, как время саммита приближается, нужно понимать, что правительство Соединенных Штатов считает, что наше всемирное сообщество должно получать преимущество от динамичного роста интернета, в то время как частные и государственные секторы должны также работать в плане институциализации многих интернет-вопросов. Я думаю, что это касается совместной работы, ни в коем случае не нарушая прав друг друга. Мы также очень высоко оцениваем возможность работать совместно в этих общих вопросах, и я думаю, что в конечном счете мы можем прийти к согласию в том плане, что наши друзья из развивающегося мира будут понимать принципы подотчетности, включенности, инклюзивности и также соблюдение прав всех участников интернет-сообщества. Соответственно, это требует взаимодействия всех заинтересованных сторон, и я думаю, что мы таким образом можем развиваться далее. Я думаю, это как раз тот момент, который объединил нас. Это понимание того, что интернет может соединить еще не соединенные элементы нашего общества. В этом есть будущее интернета. Я хотел бы сказать, что высоко ценю эту возможность работы совместно с всеми представленными здесь организациями. Действительно, совместно мы можем осуществить эту важную работу. Еще раз большое спасибо за возможность высказаться. Спасибо. Я думаю, что теперь мы можем предоставить следующему участнику слово по мере того, как они расположены в президиуме. Спасибо, Маркус. Ваше превосходительство, уважаемый министр, уважаемые послы, уважаемые гости, дамы и господа. Сегодня Маркус уже говорил о том, каким образом мы можем работать вместе. Концепция многосторонних участников в этом процессе участия бизнеса, частного сектора в целом, о том, каким образом бизнес-организации в конечном счете вносят свой вклад в создание интернета транспарентного, подотчетного типа. Я думаю, что это является очень важным элементом нашей повестки дня и в конечном счете являться будут основой документа, который мы разработаем вместе. И здесь включает работу предыдущих форумов IGF. Я в этом плане хотел бы поговорить о смысле нашей миссии. Действительно, информированное партнерство между партнерствами и между государством и многими участниками этого процесса является очень важным элементом относительно того, что мы подразумеваем под управлением интернета. Соответственно, правительство очень часто пытается балансировать в компетентности
в рамках создания специальных политик ради национальных и общественных интересов. Однако в мире интернета имеются и традиционные телеком-операторы, и, соответственно, правительство на этом фоне не является крупнейшим игроком и не имеет достаточных технических и экономических потенциалов управлять этим процессом. Очень есть большая разница между интернетом и телекоммуникациями традиционного типа. И, соответственно, здесь нужно посмотреть на роль многосторонних организаций, таких как ITU, потому что правительство зачастую не отдает себе отчета в том, насколько широкое участие в интернете и в его управлении имеют частные секторы и гражданский сектор, и иногда новые инициативы политического уровня выглядят как простые идеи, однако они могут зачастую неосознанно менять, собственно, ситуацию с интернетом, менять баланс интересов, потому что данные политики основываются на неполном понимании среды, в которой работает интернет, и таким образом постоянная включенность не просто консультационного уровня, но включая предоставление ключевых мнений игроков является очень важным элементом. Соответственно, очень важно иметь в виду, что правительство должно понимать возможности открытого диалога, включая отрасли технические, телекоммуникационных игроков и гражданского общества, конечно. Это и есть многосторонние институты, которые будут играть очень важную роль. Механизм должен быть создать таким образом, чтобы диалог действительно был продуктивным. Здесь нужно посмотреть и на риски традиционных многосторонних институтов, которые имеют свою ограниченную политику, и правительство, которое играет в этом плане весьма формальную роль. Имеется риск того, что подобного рода форум будет играть ограниченную роль, но консультативный процесс должен поддерживать его ведущую роль, учитывая, что правительство должно в дальнейшем играть очень важную роль в создании необходимого рода среды для подобного рода продуктивного диалога, и, соответственно, это является очень важным большим смыслом. Это особенно жизненно важно в такой сфере, как интернет, где, без сомнения, имеются очень важные политические соображения со стороны правительства, но также ключевые моменты собственного управления техническими особенностями и многими другими ресурсами управления интернета для того, чтобы в конечном счете играть роль должного уровня вне других участников для правительства. Также очень важно отметить, что с этой точки зрения вопрос заключается в том, что правительство всегда должно обеспечивать участие каждого участника согласно его техническому потенциалу и влиянию. Технические операции, осуществляемые в интернете, не могут пониматься исключительно как обязательство правительства, но скорее как обязательство технических сообществ, которые во многих случаях относятся к частному сектору. Однако нужно отметить и тот факт, что правительство всегда играет ключевую роль во внедрении политик и правил, которые были отмечены представителем Великобритании. Однако здесь правовые рамки является очень важным стороной деятельности правительства, и здесь правительство должно опираться на мнение многочисленных участников этого процесса. Нужно отметить, что управление интернетом – это гораздо более широкий аспект, нежели чем исключительно политические и технические другие аспекты, отдельно взятые. Я думаю, что интернет-система, она связана со многими сторонами правительства, включая, конечно же, частный и гражданский сектор. И хотел бы завершить свои комментарии, еще раз подчеркнув, что многостороннее участие в управлении интернете подразумевает систему, когда создается экология, которая подразумевает участие в этом процессе всех заинтересованных сторон для того, чтобы иметь стабильную инновационную среду интернета. Я бы хотел отметить дополнение,
что это, в свою очередь, дает дополнительную ответственность правительству, когда необходимо создать необходимую культуру для консультации, для того, чтобы все взгляды были приняты во внимание. Соответственно, в этом плане правительство должно не только работать в поддержании подобного рода влияния и поддержании такой среды, но на самом деле быть катализатором этого процесса заинтересованных сторон, их консультаций, которые должны осуществляться в среде, которая была бы абсолютно транспарентной и подотчетной. Спасибо, господин председатель. Действительно, говорит председатель, это очень важный момент, который мы отмечаем. И здесь у нас, я бы хотел сказать о том, что у нас список выступающих такой, который был распространен до этого. И, пожалуйста, Яри, председатель ITF. Большое спасибо. Итак, Маркос, еще раз большое спасибо, доброе утро, большое спасибо за эту возможность поговорить. Уже многие были сказаны важные слова, и теперь нужно подумать о том, что сказать в дополнение к вышесказанному. Я думаю, как представитель технического сообщества, я смотрю это прежде всего с точки зрения того, какого рода сотрудничество мы должны иметь с правительством с точки зрения практической прежде всего. И три комментария с моей стороны. Прежде всего, исторически интернет в основном не требовал какого рода регулирования со стороны правительства. Далее мы видим, что в настоящее время мы работаем в той среде, которая требует обсуждений наших процессов технического развития с правительством. Мы понимаем, что действительно здесь имеется очень много вопросов, связанных, например, с помощью в срочных ситуациях различного рода сообществом. Также это касается необходимого создания стандарта для одного типа соцсигнала, когда с ваших смартфонов вы можете подать соцсигнал практически из любой точки мира. И еще один пример – это технология для динамических радиочастот, которая касается беспроводного коммуникационного оборудования. И здесь очень важно подумать не только о том, какие частоты должны здесь быть, какая динамическое распределение, система динамического распределения частот должна быть задействована. Но здесь очень важно создание также и протокола, который бы позволял обмениваться данными в рамках такой динамической системы определения частот. Речь идет также о том, чтобы создать соответствующую рабочую группу. Нам нужно понимать требования подобного рода функционала, и, соответственно, различные агентства должны участвовать в этом процессе. Второй пункт, который бы я хотел отметить, заключается в том, что мы говорим о том, что интернет – это среда инновационная. И здесь речь идет о том, чтобы также подумать об этом вопросе относительно будущей перспективы. Я хотел бы подчеркнуть, что мы с технической точки зрения в рамках скорости инноваций, которая постоянно увеличивается, например, изменяются протоколы обмена данным, и, соответственно, IP, например, двигается в сторону создание новых браузеров и создание новых фундаментальных устройств, создание новых стандартов, которые также мы отмечали здесь. Еще один момент заключается в том, что эти изменения влияют на управление интернетом самым фундаментальным образом. Это включает и необходимость создание новых принципов управления, не только основанных на IP-адресах, например. И здесь нужно посмотреть на создание регулировки звукового трафика, который является одним из больших трендов в настоящее время. И еще один, третий важный момент –
это практические вопросы по работе с правительством и техническими сообществами. Я думаю, все из нас понимают, что мы должны осуществлять эту работу, и мы должны создавать больше, чем было в прошлом. Но имеются и практические вопросы в этой связи. Прежде всего, заключается в том, что мы не знаем, что делается на другой стороне такого технического полюса, и что происходит в правительстве, например, по техническим вопросам. Мы не знаем также, что происходит в телекоммуникационном сообществе. Ситуация сейчас отличается от того, что было несколько лет назад даже. И, соответственно, интернет-технологии и стандартизация этих технологий, она совершенно меняется. Соответственно, мы должны посмотреть, как работают наши партнеры. Например, в ITF у нас имеется открытая модель, когда каждый может вкладывать свою долю в создание технической базы интернета. В заключение я хотел бы отметить, что здесь мы не очень заинтересованы, может быть, в обсуждении вопросов, кто какой организации принадлежит. Нам больше нравится практическая работа в плане того, что можно сделать в объединении усилий различных заинтересованных организаций. Самое главное именно в этом. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Яре. Действительно, это очень важный вопрос, связанный с IGF и IGF. Действительно, IGF является очень важным эквивалентом создания политических вопросов. И здесь нужно посмотреть на консультационный момент. И здесь я хотел бы предоставить слово вам, Аври, с точки зрения гражданского общества. Спасибо. Мне очень приятно услышать то, что происходит сейчас здесь уже сегодня утром в этих выступлениях. Но один момент, который я хотел бы отметить как представитель гражданского общества, заключается в том, что действительно нужно отметить, что комментарии пока не были оценены представителями гражданского общества. И действительно у нас имеется преимущество того, что, будучи участником гражданского сектора, мы имеем возможность создания своей структуры в рамках таких технических организаций, которые представляют IETF. Я также хотел бы отметить, что здесь очень важно говорить о роли правительства. И моя первая реакция заключалась в том, почему правительство должно вообще играть какую-то роль в этом плане. Мы, может, много слышали слова послов, представителей правительства. Я поняла, что действительно роль есть, но рассматривая эту роль, и хотели бы посмотреть, откуда произрастает эта роль, какие вы истоки этой роли. И первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о роли правительства, это права человека. И универсальная декларация прав человека, и другие инструменты, которые сделали правительствами ответственными за защиту наших прав, за защиту наших прав в неинтернетовском мире, а также и на интернете. Поэтому эта роль, как защитник наших прав, действительно и говорит о том, что у них роль действительно есть. И я рассматриваю именно это как источник этой роли. Но с точки зрения понятия, как эту роль играть и как ее развивать, это все зависит от того степени, в которой они действительно поддерживают и защищают наши права и поддерживают процесс многостороннего сотрудничества. И поддерживают наши права участвовать, ассоциировать, выражать свое мнение, учиться и так далее. И чем больше они могут защитить нас в этом, тем больше и роль их будет. Но и эту роль надо измерять именно с точки зрения того, насколько они выполняют свою защитную функцию. Конечно, правительства пришли в интернет достаточно поздно, и в этой их роли мы, когда говорим
А мы говорим об аналогии с телекоммуникациями, и они начинают, так сказать, начинают как бы переносить свою роль в телекоммуникациях на интернет. И я очень рада, что этой позиции не разделяют участники нашего сегодняшнего обсуждения. Но это в любом случае надо быть осторожным, чтобы не допустить этого. И что я считаю важным для точки зрения роли в государстве в многосторонних процессах, это их потенциал. Правительство и рост потенциала. Правительство достаточно мало имеет опыта в сотрудничестве с другими слоями общества. Они иногда слушают нас, но они не работают с нами и не сотрудничают с нами. Но в течение последних лет, с начала рабочей группы по управлению этой эволюцией, которую мы видим в IGF, я видела, как потенциал правительства в умении сотрудничать с нами и с другими участниками, оно повысился. И я считаю, что это очень важная часть роли правительства в этих организациях и в этих процессах. Это повышение своего потенциала, возможности, как в представительной демократии участвовать вместе с нами. То есть они как один из представителей или же представителей. Но тем не менее, они учатся работать с другими. И я очень рада, когда мы говорим и слышим, что правительство действительно поддерживает свободу выражения или хотя бы планирует это делать. И в некоторых случаях и действительно делают это. Это что-то новое. И я надеюсь, что по мере того, как правительства будут больше вовлечены, и это будет расти, этот момент. Они больше делают и будут больше делать, чтобы поддерживать свободу собраний в интернете, свободу ассоциаций в интернете. Нам нужно смотреть на все права человека, которые права со всех сторон прав человека, которые правительства должны защищать, и они это должны даже делать и в интернете. И я рада, что мы видим рост в этом процессе. Правительства имеют роль в процессах, многосторонних процессах, и ITU также имеет эту роль. Они эти роли очень важны, но у меня есть озабоченность, потому что в то время, как они больше вовлекаются в это, то эта роль может меняться, и эта роль может вытолкнуть нас из этого процесса. И то есть нам надо сосредоточить внимание на этих вопросах, тем больше роль правительства растет, чтобы их при этом росте не уменьшалась роль других участников процесса. Как правительства могут быть вовлечены, но при этом не нарушая баланс участников. И мы приходим к 2014 году различными саммитами и предлагаемыми саммитами. Я смотрю на них все-таки с некоторой настороженностью с точки зрения того, позволят ли нам присутствовать как наблюдателей или как участников, или позволят ли нам принять участие в принятии решений. Потому что если мы участвуем в принятии решений вместе с правительством, то правительства дойдут до того уровня, что их роль в многосторонних процессах действительно наполнилось правильным содержанием. Благодарю вас. Да, это был очень интересный первый раунд. Кто-либо из докладчиков хочет
сделать какие-либо комментарии на, скажем, выступления других участников? Пожалуйста. Благодарю вас, председатель. Очень быстро ведете совещание. Я хотел бы очень короткий комментарий сделать, чтобы выделить и подчеркнуть, что факт, что мы не видим противоречия в персонализации роли правительств, и также нарушение баланса модели участников. Мы не видим здесь противоречия. Наоборот, мы считаем, что наращивая потенциал на путем идентификации и развития различных направлений сотрудничества, как раз можно улучшить и усилить роль других участников. И там, как в тех областях, где правительство, роль правительства не нужна, там, в общем-то, и не будет ее. И это принесет определенный комфорт другим участникам процесса и комфорт правительствам. И с национальной точки зрения можно говорить о вкладе правительства. И тогда-то где-то правительство считает, что ее роль недостаточна, ее вклад недостаточный, они могут какое-то принять участие и какой-то вклад сделать, но другие участники также должны участвовать в этом процессе и должны также выражать свое мнение по этим вопросам. Поэтому я думаю, что опасность, которую я как раз говорил здесь, она, в общем, реальная. И мы не должны дать рост какому-то ненужному процессу. Я думаю, это должно быть сделано путем как раз укрепления сотрудничества между всеми участниками. Хотел также еще подметить, первая встреча IGF, которой присутствовал председатель ITF, я думаю, что это первая также на котором присутствует бразильский министр коммуникаций, который, соответственно, он сейчас здесь, он выступит на церемонии открытия. И это подчеркивает важность того, какое значение придает мое правительство вопросам развития интернета. И это говорит о нашем намерении стать частью чего-то более крупного, чем правительство, чего-то более мощного. И один из моментов, в которых остановится мой министр, я не хочу повторять то, что он будет говорить, но он уже это сказал вчера во время встречи лидеров высокого уровня, это то, что в подготовке саммита мы хотели бы, чтобы подход был именно многосторонним в подготовке и в реализации подготовки саммита. И одна из целей приезда министра – это как раз выразить четко, что это не индивидуальная инициатива, которая происходит из одной страны. Мы не хотим быть здесь лидером этой инициативы, но хотим быть частью, которая хочет содействовать дискуссии по каким-то вопросам, которые мы считаем важными, с участием всех участников. И это цель приезда министра. Это было четко выражено президентом Матию. Если говорить, если вы вчера президент ITU по твиттеру всем в мире это свое замечание распространило. Еще я хотел бы остановиться на одном моменте. Хочу это четко подчеркнуть, что Бразилия рассматривает рамки интернета, которые мы сейчас обсуждаем, считает, что должно это все решаться в консультациях.
И в этом смысле существует отличие к требованию локализации, но необходимо сказать, что это было включено как в результате различных мероприятий в последние несколько месяцев, такие как раскрытие информации, и мы поняли, что это должно быть сделано, это часть реакции. Это также будет обсуждаться в Конгрессе, и у всех будет возможность высказать свои мнения, точки зрения различные. Некоторые считают, что это нехорошая идея, другие будут защищать ее. То есть это будет достаточно серьезные дебаты в Конгрессе в Бразилии. Это часть демократического процесса, законного механизма. Конгресс примет решение. Это также то, о чем я бы хотел обратить ваше внимание здесь. И в заключение, я прошу прощения, что я так занимаю много времени, хочу также подчеркнуть, что мы рады этой дискуссии, так как Бразилия как раз поддерживает эту модель многосторонних обсуждений, и правительство пытается играть роль фасилитатора, как бы посредника, и участвовать активно в этом процессе. И уже интернет переходит в новую парадигму сотрудничества, и многие страны хотят стать частью этого. И опять мы не навязываем роль лидера в этом. В интернете нет места для лидеров. Но мы можем помочь и работать вместе со всеми другими участниками по решению различных проблем. Благодарю вас. Благодарю вас, посол. И на этой ноте, он хочет сказать, у нас, в общем, довольно консенсус есть по роли правительств. Мы знаем правительство как партнер. И здесь нет противоречий между правительствами и многосторонним сотрудничеством. Поэтому должна быть построена культура взаимодействия и возможности для сотрудничества. И это процесс. Мы еще не дошли до конечной точки, но мы, в общем, так сказать, прогресс достигнут определенный. У нас есть культура говорить друг с другом. Я помню, когда в начале этого процесса это было сложно, и дипломаты должны были говорить друг с другом, и они должны были учить технический язык. Но мы достигли в результате какого-то уровня комфорта, и мы ведем диалог. И я надеюсь, что этот диалог будет, как у нас сказали, Мэтью и Жанет. И, может быть, давайте послушаем, что скажут наши удаленные докладчики. Жанет и Мэтью, вам слово. Я хотел бы сказать вам метафору, которую высказал посол Франческо. Это живой книги. Мы можем... Это продолжающаяся часть окно и книги, которую мы являемся соавторами за последние 10 лет. И с этой точки зрения мы уже достигли, да, скажем, третьего тома. Когда мы посмотрим назад на дискуссию, во время Висиса, мы чувствовали антагонистическую атмосферу и антагонистический язык, которым мы использовали обращение друг к другу. А теперь мы продвинулись так ближе к друг другу в своих позициях и дошли до точки, когда мы можем перейти к более оперативным вопросам. Многие выступающие предложили, что мы должны говорить о практических вопросах многосторонности. Что это означает, что нужно делать, что им, участникам, нужно предпринять, чтобы система работала лучше, нежели в своем, так сказать, зародышном моменте. Как сказал Маркус сегодня, что сделать IGF политическим эквивалентом IETF, и это возможно или нет? Конечно, можно
Вы можете задавать свои вопросы, если вас какие-то другие вопросы интересуют. Вы можете использовать листочки бумаги, которые вам раздали. А вы можете также схватить микрофон, как вам нравится. Так что вот первые вопросы. А как наши удаленные участники чувствуют себя? Спасибо, Дженнис, что мы предоставили слово. Меня Субича 3, я профессор из Индии. У нас фонд «Медиа для изменения». Благодарю за культуру инновации и благоприятие. Как сегодня тема наведения мостов, у нас были хорошие спичи, мои замечания будут краткими. Я хочу продолжить вчерашнее обсуждение. Это говорится, блокнот из таксиста по вопросам интернета. И я говорила, нет. Когда мы говорим на интересную проблему, что вчера случилось вечером, меня приложили в машину и говорят, хотите вы изменить свое направление или хотите другой день взять такси. Мы наводим мосты, но мы наводим мосты в очень неровном море, в бурном море. И у меня вопрос к послу Франсейко. Вы говорили о том, что когда речь идет о гражданском обществе, у нас много проблем, особенно когда гражданское общество и академия из развивающих стран хотят перейти в какую-то точку, где нужно лететь 30 часов. И много различий в культуре, в истории, в демократии. Мы хотим знать, будем ли мы частью этого процесса, этого обсуждения. Когда мы говорим о межправительственных организациях и говорим о, скажем, международных общественных организациях, это нам дает возможность говорить друг с другом. И мы хотим знать, будем ли мы в комнате обсуждения, в зале, и что вы сделаете, чтобы содействовать этому диалогу. Благодарю вас. Меня зовут Сангиту, я из правительства, у меня вопрос есть. Как можно использовать интернет для глобального управления, так как многосторонние и двусторонние соглашения не гарантированы в результате трансграничной политики и недостатки правовой базы для обеспечения равенства, обеспечения прав человека. Следующий Сноуберт. Благодарю вас. Я говорю о группе юзеров с организацией Швейцарии. Открытая группа интернета. Я хотел прокомментировать идею. Может быть, IGF – это как раз политический эквивалент IETF. Я думаю, возможно, IETF может быть стать частью IGF. И, конечно, какой-то должен быть дополнительный слой нужно дополнить. Это нам необходимо готовить политические документы, которые пока сейчас IGF не делает. Нам нужен новый слой, абсолютно нужен, чтобы создать что-то такое подобное по вопросам политики. И говоря о роли правительств, очевидно, этот процесс, похожий на процесс RFC, он должен быть привязан к правительствам с тем, чтобы итоги или результаты IGF были вкладом для реальных действий в области законодательства.
Какой толк от наших итогов, если они не используются для чего-то более реального или для чего-либо вообще? Поэтому наша группа очень заинтересована в участии в процессе IGF, в этом процессе открытого источника. Здесь отличные происходят семинары и практикумы по разным вопросам, но я все-таки немножко озабочен тем, что то, что необходимо делать, так сказать, на местах, и правительства должны понимать, что нужно делать и как это применить к своим проблемам, и делать это. Но этого, к сожалению, мы не видим. То, что сейчас мы видим, это то, что в интересах больших интернациональных корпораций, и у них есть возможности и понимание делать то, что в их интересах. Но то, что выходит за рамки их интересов, не делается на самом деле. И вот в этом правительства должны как раз играть очень важную роль. Например, я могу привести такой пример. Мы говорим, бесплатный софтвер, программное обеспечение могут играть огромную роль для предотвращения мониторинга какими-то разведывательными службами других стран наших коммуникаций. Мы хотим быть, мы могли бы быть частью, но и правительства должны быть частью этого процесса, иначе это не произойдет и не станет реальностью. Благодарю вас. Я Пармендер из NGO, из НПО, которое Интернет для радиоизменения. Это, в общем-то, одна из самых таких интересных, полезных сессий, которые были. Я уверен, что ее будут еще анализировать еще долгое время. Хочу поблагодарить министра из Великобритании. У вас действительно прекрасное видение, правильное понимание роли правительств. И некоторые моменты, которые вы отметили, это, конечно, они очень правильные на глобальном уровне. И хочу один момент сказать. Это говорить, сослаться на выражение Дженнет, нужны какие-то практические шаги. Например, такие как evocation. Я слышал, что люди должны выполнять свою соответствующую роль. Но я также слышал вопрос равенства на равных условиях. И это очень правильно. То есть речь должна идти о организации, создании соответствующих организаций, участвовать в процессе принятия решения. И мы, как неправительственная организация, также должны участвовать в этом. И здесь, конечно, важно говорить о роли правительства. И я понимаю, что здесь государство как демократическую структуру. Для меня роль правительства здесь как бы на две части делится. Прежде всего, они окончательный институт, который определяет, в чем является общественный интерес. И здесь они играют, так сказать, конечную роль арбитра конечного. Второе, они используют свое понимание, чтобы определить политику в этой области. Поэтому это должно делаться в очень ответственном мере. И другие, в принципе, участники, они не должны делать этого, занимать эту роль. Это очень важно. Это, потому что основной демократический принцип, я очень слышу, все хотят стать частью процесса принятия решения и на равных отношениях с правительством. И я считаю, что если мы верим в демократию, то это надо отдать роль правительству. И соответственно, потому что иначе в противном случае процесс принятия решения будет парализован. Пожалуйста, покороче. Еще многие хотят выступить. То есть это вопрос государственной политики, и не нужно здесь лишних
участников. Кто-то еще хочет ответить на заданные прозвучавшие вопросы из докладчиков? Нет пока. Меня зовут Салинята Бенгамиру Сава. Я говорил своего личного имени, хотел бы задать вопрос. И, может быть, с точки зрения форумов управления интернетом, я хочу вопрос задать докладчикам. В 2013 году государственный сектор и частный сектор, и гражданская область, они являются равными участниками интернет-форума. И комментарий, прежде чем я завершу выступление, с тем, чтобы достичь многостороннего сотрудничества и с точки зрения создания доверия, у нас не должно быть никаких подозрений, если у нас будут. Когда есть подозрения, доверия быть не может. Поэтому я задал свой вопрос. Есть ли у нас кто-то из удаленные участники? Благодарю. Был комментарий, я попросил всех держать микрофон поближе, чтобы все слышали, или говорить погромче. Вопрос от Вафин Бесхасина из Туниса. И она говорит, как вам обеспечить, чтобы правительства играли правовой, законный и реальный интерес в продвижении многосторонности. Как мы можем преодолеть недостаток доверия, которое происходит от всех сторон, особенно в развивающихся странах? Благодарю. Благодарю. Меня зовут Миша Чани из Индии. Мой вопрос послу. От послу США. Если США верят в модель многосторонних участий, какие краткосрочные и долгосрочные планы, когда сейчас мир погряз в обмане, и правительство, несмотря на свои заверения, не проводят необходимых мероприятий, необходимой политики. Кто хотел бы ответить? I do. Да, конечно, я хотел бы ответить. Вопрос заключается в следующем. Действительно, насколько я понял ваш вопрос, заключается в том, каким образом наши ценности соответствуют нашему поведению. У нас очень многосторонняя система, и мы также работаем с различными организациями в создании нашей политики, со всеми заинтересованными лицами. Я, в частности, начал работу в гражданском секторе как активист по вопросам миграции. И мой сенатор, когда стал президентом Соединенных Штатов, также начал свою карьеру в Чикаго в качестве негосударственного деятеля. И также наш министр иностранных дел начал свою деятельность как активист против Вьетнамской войны. И, соответственно, мы можем сказать, что очень много было сказано им после войны, что в конечном счете повлияло на то, чтобы в конечном счете этой войны не было. Так что здесь имеется целый ряд механизмов, которые мы можем использовать для вовлеченности государственного сектора, академических кругов, негосударственного сектора. У нас имеется комиссия по открытому обсуждению, у нас также открытые вопросы по созданию законодательства в Конгрессе. Что касается вопроса вашего конкретно, относительно уровня доверия друг к другу и шпионской деятельности за гражданами со стороны государства, речь идет о том, что президент много раз говорил по этому поводу,
И я хотел бы отметить, что вы, наверное, знаете, но имеется, еще раз повторю, очень много процессов анализа оперативных данных, которые осуществляются комиссией 5 экспертов, которая также подотчетна правительству и нашей общественности. Имеется также и Конгресс, системы, которые работают по мониторингу этого вопроса. Многие другие административные организации осуществляют этот мониторинг. Мы, как было сказано, очень много раз работаем по сбору оперативных данных, и это осуществляется в достаточно больших масштабах. Мы должны отметить, чтобы наши, между тем, процессы сбора данных совпадали с фундаментальными принципами свободы человека. И как недавно об этом говорилось, в частности, премьер-министром, на встрече с французским премьер-министром. Итак, я думаю, что это ответ на ваш вопрос. Но мы также должны посмотреть на различные юрисдикции, каким образом государственные действия могут влиять на деятельность различных государств и отдельных пользователей. Жанет, у меня пока организационное сообщение. Действительно, речь идет о том, что у нас будет специальная сессия по вопросам правительственного надзора и сбора оперативных данных со стороны правительства. Также мы согласовали вчера на встрече КГУ, что мы будем в пятницу очень много говорить о слежке со стороны государства. Так что, пожалуйста, посмотрите, как и была перенесена эта сессия, соответственно, на пятницу. Так что у нас будет соответствующее заседание по правам человека после обеда в четверг и много других параллельных мероприятий, посвященных слежке со стороны правительства и правам человека. Ну что ж, спасибо большое. Меня зовут Джанги из Бангладеш. Я работаю в неправительственной организации. Вопрос. Одна политика в развивающихся странах работает хорошо, но могут возникать вопросы в других странах. Соответственно, каким образом мы можем создать глобальную политику, если одна политика проходит для развитых стран и не подходит для развивающихся стран? И, соответственно, каким образом создавать местные подходы? Если мы не можем решить что-то на общем уровне, на глобальном масштабе, то как решать вопросы на местном уровне? В частности, речь идет о безопасности и защите данных. Спасибо. Спасибо, уважаемые участники дискуссии. Я не знаю, идет перевод или нет. Итак, я на самом деле хотел бы отметить, что правительство действительно имеет естественную функцию защиты своих интересов, защиты общих ценностей. При этом, конечно же, не нужно забывать об основной задаче правительства – это защита общественного блага. Но самое главное заключается в том, каким образом мы можем работать таким образом, чтобы государственная деятельность не мешала пользователям, потому что в конечном счете это заключается в вопросах двух моментов – это бизнес и свобода для тех, которые работают в интернете, работают от государства, от гражданского общества. Каким образом мы можем работать таким образом, что мы будем охватывать все эти вопросы? Меня зовут Андрес Пиеса из Лакника. Это
международный регистр адресов для Латинской Америки и Карибского региона, Монтевидейское соглашение, которое было между 10 различными организациями сделано. Но также очень важно посмотреть на то, что выступали, о чем говорили наши участники, в частности послы. Вопрос заключается в том, что вы думаете о надзорной функции правительства и как правительство должно исполнять эту роль в будущем, каким образом эта роль должна развиваться в будущем. Спасибо. Может быть, кто-нибудь хочет ответить на этот вопрос? Да, я хотел бы ответить относительно вопросов от нашего удаленного участника из Тунисии. Там речь шла о том, каким образом вы можете комбинировать вопросы политики на уровне развивающихся стран и развитых стран. И я хотел бы здесь несколько моментов отметить, что отмечал министр из Великобритании. Действительно, здесь вопрос заключается в создании инфраструктуры. Если только правительство не создает необходимую среду для инвестиций, работает в честном сотрудничестве с частным сектором, практически невозможно будет в противном случае поставить необходимую инфраструктуру для интернета будущего, потому что на самом деле большинство подписчиков, 900 миллионов на мобильном интернете, например, и более чем большее количество на других интернет-устройствах, действительно здесь правительственная роль играет очень важную роль. Правовые вопросы. Вы не можете это сделать, если только вы не работаете с отдельными организациями, особенно гражданского сектора, адвокатами гражданского сектора, которые, конечно же, заинтересованы в создании необходимой правовой структуры. Защита свободы слова, гендерного равенства, защиты прав ребенка. Все это требует большой вовлеченности со стороны групп гражданского сектора, потому что действительно нужно создавать необходимые законы. Каждый закон, о чем говорил уважаемый министр, на самом деле работает по вопросам того, как государство должно институциализировать себя в отношении многих заинтересованных сторон. Отвечая на вопросы из Туниса, нужно отметить, что с точки зрения развивающихся стран, где традиции пока не сильные, относительно включенности всех заинтересованных сторон в создание политики по интернету, желание такого сотрудничества со стороны государства, принцип должен быть таков, чтобы подобного рода многосторонние консультации происходили на самом деле. Я также хотел отметить, что в телекоммуникационной инфраструктуре, которую мы сейчас создаем, действительно, трафик интернета растет в Индии, расширяется подписчиков база, но здесь очень важно посмотреть, каким образом регуляторные нормативы были бы справедливыми и транспарентными. То есть для тех, кто бы не был доволен решением регуляторов или правительства, соответственно, здесь должны быть соответствующие консультации открытого типа. И в тех странах, где традиции открытого диалога не сильны, мы должны создать правовые структуры, которые бы помогли бы созданию такого механизма. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Муса Абдалла от регуляторного органа Королевства Бахрейн. Я хотел бы представить мою точку зрения. И прежде всего я хотел бы поблагодарить всех участников дискуссии, особенно посла Бразилии, за его предложение. Прежде всего, что касается WTPF и тех обсуждений, которые происходили там, там очень много недоверия со стороны к правительству. Очень часто это просто подсознательный субъективизм. Я думаю, что действительно очень часто
Почему правительство Бахрейна поддерживает многостороннюю модель? У нас такая модель на самом деле уже сложилась, действительно, мы уже отмечали это много раз. И то, что мы говорили, очень часто интерпретируется в том плане то, что мы ожидаем, вместо того, чтобы обращать внимание на то, что мы сказали. Поэтому я хотел бы предупредить от такого субъективизма со стороны многих участников отношений правительства. Акцент, который бы я хотел сделать, он основывается на тех комментариях, которые сказал уже министр Великобритании. То, что нельзя делать вне интернета, нельзя делать и в интернете. И, соответственно, здесь роль правительства очень важна, потому что действительно у нас имеются различные законы, различные традиции, различные рамки, но тем не менее у нас имеется один интернет. Таким образом, каким образом мы можем сделать какие-то параллели между вот этими и создать необходимый баланс между интернетом и различного рода юрисдикциями и соответствующими правовыми положениями. Потому что в конечном счете мы постоянно обсуждаем одно и то же. Но я надеюсь, что последние дискуссии могут разбить этот порочный круг, и я хотел бы узнать, в чем здесь у нас перспектива. Я думаю, что действительно мы все-таки двигаемся вперед, потому что изменяется наш язык. Итак, кто-то все-таки из Индонезии, да, меня зовут Ритай, я из представитель ICT-сообщества, ИКТ-сообщества. Я хотел бы отметить по отношению выступления представителя Великобритании, действительно, я хотел бы отметить тот факт, что нужно ли иметь до сих пор мероприятия со стороны правительства. В Индонезии, например, за последние два десятилетия мы видим, что идет создание интернет-сообщества быстрыми темпами. Особенно речь идет о вопросах обучения через интернет, вопросах продвижения культурных принципов и так далее. Также я хотел бы отметить, что со стороны правительства нет особого контроля. Но когда мы говорим о негативных вопросах, которые негативных элементах, которые может интернет представить в виде угрозы нашим культурным принципам, может быть, здесь речь идет скорее не о контроле, а о необходимых мерах со стороны правительства, которые должны блокировать такие негативные тенденции со стороны интернета, угрожающие нашим духовным принципам. Спасибо. Может быть, кто-нибудь хотел бы комментировать со стороны наших экспертов. Если нет, тогда, пожалуйста, я хотел бы, чтобы вопрос прозвучал от нашего уважаемого министра Эдвайзи. Да, если же кто-то хотел бы сказать, пожалуйста. Да, меня зовут Сантоса из Индонезии и общества ИКТ Индонезии. Вот что касается выступления государственных структур и их влияния на интернет, здесь обычно мы должны посмотреть на лицензирование. Лицензирование стоит определенных денег. Каким образом вы работаете в этом плане? Потому что действительно также и в развивающихся странах тоже будет такая тенденция собирать какие-то лицензии от организаций, занимающихся деятельностью в интернете. Я попытаюсь ответить на эти вопросы. Прежде всего, я очень польщен тем, что я создал такую платформу для дискуссии, изначально этого делать не хотел. И я думаю, что
представитель регулятора Бахрейна отметил в своем выступлении. Далее наши модераторы говорили о тех трудах, которые пишутся в отношении интернета, и прежде всего это касается правовых вопросов. Куда мы пойдем в нашем развитии? Это очень важный момент. И я думаю, что уже было много написано по этому поводу. И, соответственно, нужно учитывать интересы всех заинтересованных сторон, правительства частного сектора и гражданского сектора. Действительно, как я уже говорил в начале, правительство принимает законы. Например, как я уже говорил ранее, в Великобритании у нас имеется закон, который был недавно принят, и он регулирует возможности защиты интеллектуальных прав через интернет путем прямого обращения владельцев таких прав к нарушителям. Также было в Соединенных Штатах завершено добровольное соглашение между провайдером интернета и держателем интеллектуальных прав. И далее мы можем посмотреть на это с другой стороны. Нам также даны права держателям интеллектуальных прав напрямую заявлять о закрытии тех интернет-ресурсов, которые нарушают их их права. И здесь была такая у нас практика, что не вызывала никакой особой реакции со стороны общественности. Но вот в Америке эта инициатива не прошла. И с точки зрения того, как можно регулировать эти вопросы, здесь, конечно, очень много говорить о культурных особенностях, но даже в таких равных, казалось бы, по культурным средам странах, как США и Великобритания, имеются разные подходы. Также нужно посмотреть на правительственное влияние, которое, опять-таки, страны правительства имеет особенности. Мы, прежде всего, работаем очень серьезно по защите интеллектуальных прав. И интернет очень сильно влияет на то, как можно нарушать эти права. Мы также говорим о защите наших детей. Это также очень важный, серьезный аспект работы нашего правительства в отношении регулирования работы интернета, защиты прав ребенка. И я думаю, здесь с философской точки зрения нет каких-то барьеров относительно того, где правительство должно проявлять себя в отношении управления интернетом. Но я считаю, и мое правительство разделяет эту точку зрения, что если мы создадим какую-то рамки контроля интернета, и мы можем иметь, конечно же, здесь философское обоснование свободы самовыражения, но и практические моменты здесь очень важны, потому что мы видели инновации, которые произошли благодаря свободе интернета, когда фактически открываются возможности вовлеченности интеллектуального потенциала миллиардов людей. Соответственно, я думаю, что мы сейчас обсуждаем постоянно того, как заинтересовать многосторонность развития интернета и как обеспечить многосторонность развития интернета. Доверие здесь очень важно, и, соответственно, здесь возникают вопросы, как обеспечить этот многосторонний подход. Но ясно одно, что этот многосторонний подход очень важен для того, чтобы интернет сохранил свой интеллектуальный инновационный потенциал. Интеллектуальные права являются очень также важным элементом будущего развития интернета. Поэтому я могу сказать, что интернет постоянно эволюционирует, и мы не знаем, что будет из себя представлять в следующей выпуске нашей книги, но я думаю, что очень важно создать многостороннюю структуру, обеспечивающую равность любого голоса.
Пожалуйста, я хотел бы задать следующие вопросы, вспомнить еще об одном вопросе, который был вначале задан. Когда правительство говорит о международном подходе, обеспеченности на международном уровне, многосторонности в отношении соответствующих стран конкретно. Но когда вы делаете ссылку на местное законодательство государств, национальное законодательство по защите интеллектуальных прав, можно ли отметить, что правительство Великобритании будет это делать также и в рамках консультативной группы участников? Ну да, действительно, в IGF у нас имеется вот эта консультативная группа участников по управлению интернетом, которая позволяет нам создавать политику в отношении управления интернетом. Но мы, как правительство, консультируем всех наших законодателей. У нас свободное демократическое общество, и любое законодательство, которое мы представляем общественности, обсуждается с общественностью. И, соответственно, также вопросы интеллектуальной собственности в интернете. Также очень часто вот такой закон, несколько раз его пытались оспорить в суде. Таким образом, мы всегда проводим эти консультации со всеми представителями общественности, но очень важно создавать вот эту атмосферу такой многосторонности по консультациям со всеми заинтересованными сторонами. И еще один вопрос, касающийся постоянных изменений роли правительства. И здесь, опять-таки, что касается Индии, в этом вопросе, как я уже сказал, у нас имеется второе по величине населения в мире и, соответственно, второе по величине количества пользователей мобильных устройств. И также очень важно посмотреть о том, каким образом управлять этим процессом. Бизнес очень хорошо себя показал в этом плане. Необходимость финансирования, в частности, проникновения мобильной связи в сельские регионы никогда не прописывалось правительственным, но миллиарды долларов шло со стороны бизнеса. И, соответственно, мы использовали вот эти фонды для создания необходимой телефонии в сельских регионах, изменили эти принципы использования этих денег для того, чтобы в конечном счете построить крупнейшие систему оптиковолоконной связи, более чем 4,5 миллиарда долларов, и в конечном счете огромное количество, 250 тысяч деревень было подключено к интернет-системе. И, соответственно, речь идет вот о таком подходе к строительству инфраструктуры, когда сами потребители вкладывали деньги в развитие сельских регионов по подключению к интернету. Таким образом, я даю этот пример, но на самом деле их много, когда правительство может инновации, изменять инновациями свою роль, и ситуация меняется даже по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Спасибо. Теперь я передаю слово вам. Меня зовут Диоф из ICTOF Министерства ИКТ Индонезии. И прежде всего я хотела бы спросить о том, как, собственно, заручиться участием всех заинтересованных сторон, потому что имеется большая разница в мотивации участия таких групп. Правительство заинтересовано регулированием интернета с тем, чтобы, конечно же, поддерживать суверенитет страны, в то время как частные стороны в основном заинтересованы тем, какую получить прибыль от своей вовлеченности. Гражданское общество где-то между двумя этими полюсами находится. И еще одна вещь в многостороннем участии. Я также вижу, что развитые страны уже имеют такой подход на практике.
И они пытаются навязать эту систему другим странам, развивающимся странам. То есть имеется вот какая-то тенденция копирования и навязывания этой модели развивающимся странам, которая может и не срабатывать, потому что у нас разная культура, разный стиль, различные правительственные системы в регулировании интернета. Это основная озабоченность с моей стороны, потому что когда мы говорим о многосторонности, в прошлый раз я говорил с представителем Microsoft, и там мы обсуждали вопросы регулирования, и они очень часто говорят о спросе, о предложении, но не говорят о том, как защищать наше общество от порнографии, от шпионажа и так далее. То есть здесь различные интересы совершенно очевидно проявляются. Я надеюсь, что GF сможет обеспечить баланс этих интересов. По крайней мере, я не думаю, что мы создадим какую-то общую платформу этого интереса, но, по крайней мере, будем лучше понимать друг друга, потому что я очень часто вижу, что наше общество, наше министерство общества воспринимает как некого врага. И здесь не только речь идет о защите данных или о создании инфраструктуры. На самом деле правительство играет в этом очень-очень важную роль. Но общество зачастую не понимает нашу конструктивную роль и воспринимает нас как врага. Ну что ж, я думаю, это очень интересный момент, который вы подняли. Это очень важно, когда правительство критикуют. И действительно, у государств не должны быть слишком большие амбиции по регулированию интернета. И об этом говорят многие общественные деятели. И что касается гражданского сектора и частного сектора, также они должны понимать, конечно, интересы правительства. Но здесь также нужно иметь и соответствующее очень терпение, я бы сказал, когда мы обращаемся к бизнесу и доводим до бизнес-кругов истинные интересы, конструктивные интересы правительства. И я думаю, это вот хорошая модель заключается в многостороннем участии в создании партнерства, что является очень важным, в свою очередь, залогом развития интернета. Потому что здесь, когда речь идет о вещах, которые защищают интернет, здесь очень важно понимать конструктивную роль правительства, понимать, что действительно у нас имеются инструменты для взаимопонимания, когда телекоммуникационные провайдеры предоставляют фильтры для потребителей, если хотят блокировать, например, порнографию в собственном домашнем интернете. Ты ищи. Это действительно вопрос государства, да? Это очень важно, вы правы. Бизнес и гражданское общество не должны рассматривать правительство как врага. Вот. А в свою очередь правительство не должно их рассматривать как проблему, с которой надо сталкиваться, как неизбежное зло. Посол хотел бы сказать, Франциско. Благодарю. Я хотел бы прореагировать на выступление. Очень, считаю, хорошие были высказаны мысли. И я хотел бы, так сказать, реакцию свою дать. Хотел прежде всего ответить на вопрос профессора из Индии. Он правильно очень задал вопрос, какая точка зрения Бразилии на участие в этом процессе. Как я сказал с самого начала, мы намерены создать полную, так сказать, равноправное предложение всех участников. И министр на сегодняшней церемонии открытия, он это еще подтвердит. И хотелось бы, мы хотим быть конструктивными и работать вместе. И считаем, что все участники должны быть задействованы. И отвечая на ваш вопрос, да, мы хотим, чтобы вы были в зале и были участником этого процесса. Что касается озабоченности, которую
выразил, что наше предложение должно быть рассмотрено как способ повышения участия правительства. Конечно, мы смотрим, как операционализировать участие правительства, но мы надеемся на активизацию участия других сторон. И хочу сослаться на очень хорошее партнерство, которое у нас сложилось с бразильским комитетом, финансовым комитетом. Вы знаете, существуют бюджетные ограничения и так далее. И деньги, которые собираются через операцию, через деятельность этого комитета, и это представляет хороший пример того, как мы можем конструктивно работать. Мы не аутсайдеры в Бразилии, но мы можем определенное содействие оказывать и помощь оказывать другим участникам. И мы можем, как скажем, эта организация собрать миллионы долларов в поддержку этой работы. И имея в виду общественный интерес при этом, это было бы здорово. Это хороший был бы способ использования денег, которые собраны. Хотел бы также ответить на вопрос Парминга, о том, что касается равенства. Я думаю, мы не должны выглядеть, как бы слишком много уделять внимания этому вопросу, но если мы читаем то, что написано в международной, так сказать, политике в области интернет, но тем не менее мы считаем, что правительство должно это делать все на равноправной основе. Вот. И что касается параграфа 69, и мы говорим здесь о правительстве, когда говорим о равноправной основе, это все в контексте модели многосторонних участников этой концепции, которую мы... Но если мы говорим об этом конкретном вопросе, то здесь прежде всего речь идет о том, что правительство должно подходить ко всему с равноправной точки зрения. И часть, так сказать, красоты этого модели, что у каждого участника есть различные роли, различные ответственности, и правительство не может уйти от своей ответственности с точки зрения создания, так сказать, политики в области управления интернет. Кроме еще Лару, как мы можем расширить роль IGF? И как можно сделать так, чтобы он был политическим эквивалентом IETF? И моя делегация поддерживает, я могу сказать, более эффективное участие, поддерживает эффективное участие IGF, основанное на итогах, чтобы имели резонанс решения различных совещаний. Когда я был в Баку, это был мой первый IGF в прошлом году, я был очень рад участвовать в этих дебатах, и я отметил богатство информации и живости обсуждения, и моя делегация полностью поддерживает этот путь, чтобы искать вместе с рекомендациями рабочей группы. Мы считаем, что нам нужно работать в этом направлении. И еще один пункт, который я хотел прокомментировать, касается недоверия, да, или нарушения доверия. Мы будем более подробно на этом останавливаться в последней сессии, но с точки зрения моей делегации есть один из способов решения этой проблемы. Это активизация обсуждения вопросов этики и так далее. И мы надеемся, что это в ЮНЕСКО сможет обсудить на своей конференции в ноябре. И я хотел сказать, что во время своего выступления в ООН президент Бразилии Дума отметил, что наше право как сообщество
и говорился о концепции гражданских рамок по управлению интернетом. И мне кажется, это конструктивный способ, конструктивный путь, по которому мы можем, так сказать, избежать этих проблем и попытаться в большей степени улучшить рамки, которые у нас имеются. Еще один момент хотел бы отметить. Это роль надзирателя, да, своего рода, да, и который играет правительство. Я так понимаю, что речь идет о Монтевидео, декларации. Я бы мог это интерпретировать таким образом, что это решение относится к ICANN, прежде всего. И что хотел бы я сказать, что видим роль, надзорная роль правительства должна выполняться без нарушения прав и без нарушения интересов основных участников. И здесь должно при этом сохраняться, так сказать, процесс принятия решения снизу вверх. И мы видим, как ICANN развивается и становится, решает стоящими перед ними проблемами в 21 веке. И, наконец, хотел бы несколько вопросов ответить. Да, в России нет традиции консультаций. Я думаю, это опасно делать такие заявления. Я думаю, что потому что их больше 100 развивающихся стран. В случае Бразилии у нас очень сильная традиция консультироваться с гражданским обществом. В прошлом году у нас более 100 национальных конференций было по вопросам, таких как права человека, права детей и так далее. И начинается это на нижнем, на местном уровне, потом региональном и национальном уровне. Мы очень комфортабельны с понятием общественных консультаций. И можно сказать, это сложность, да, потому что мы смотрим на с международной перспективы, потому что так много разных стран и так много разных обстоятельств в этих странах, и как страны решают проблемы все по-разному. Да, извините, еще раз окончательные мы самые замечания, касающиеся выступления последнего оратора. Я был достаточно удивлен, потому что, что касается мотивации правительства, у нас правительство имеет полную мотивацию участвовать в защите суверенитета, и через участие правительства мы должны обеспечивать экономическое процветание и развитие. Мы также занимаемся правами человека, детей. Это огромный широкий комплекс проблем, которые решает правительство. Я согласен с теми, кто сказал, что очень важно обеспечить, что по мере того, как правительство участвует в этом многостороннем процессе, оно не должно выглядеть как враг, да, или как противостояние какое-то проявлять к другим участникам, потому что, да, у него могут быть другие точки зрения, но озабоченность одна и та же, и решение этих вопросов, оно может быть также, так сказать, различным. Благодарю, да. У нас еще много вопросов. Хочу сказать несколько слайд по поводу организации сессии и куда мы будем двигаться после этого обсуждения этой темы, и как мы можем продвинуть вперед работу IGF, и как мы можем какие-то осязаемые результатов достичь. Я думаю, что это будет в форме итоговой записки председателя. Это будет соответствовать рекомендациям
КНТР, и поэтому я думаю, у нас здесь будут многие точки соприкосновения в рамках нашей дискуссии. И, как сказал министр Вальцей, будет здесь у нас широкие рамки по четырем темам, которые получат поддержку. Говоря о обязательностях правительства, будь то создание инфраструктуры, будь то создание правовой инфраструктуры и роли защиты прав человека, прав выражения, прав слова. Я думаю, никто против этого в этой комнате не будет возражать. Права человека есть с самого начала. И мы, я думаю, стоит это обсудить более подробно. Это все центральный вопрос в управлении интернет, в дискуссии по управлению интернет. И прежде всего здесь, если мы говорим о роли государства, мы говорим о партнерстве, о различных участниках, о том, что правительства не должны рассматриваться как врагом, хотя какие-то ремарки из зала говорили о том, что еще существуют такие примеры. Поэтому я надеюсь, что весь зал согласен, что это не должно продолжаться таким образом, и в завершении правительства должны быть партнерами, а не рассматриваться как врагами. Также в некоторых странах, как это было сказано, есть проблемы с созданием системы многосторонних консультаций. Здесь подтверждает вопрос необходимости повышения потенциала в этих странах, наращивания потенциала. Им надо помогать, этим развивающимся странам надо помогать развивать эти системы многосторонних консультаций, помогать им создавать им и такие рамки, и помогать им получать потенциал. Это может и очень часто, это как раз это требует финансовой помощи. Так что куда мы будем, в каком направлении будем двигаться отсюда, я согласен с моим комодератором Жанет. Мы идем все-таки вверх, но как сказали, иногда кажется, что мы движемся по кругу, но нет. Речь идет о движении по нарастающей спирали. Да, мы возвращаемся к тем же вопросам, но уже на новом уровне. И говорим о культуре. Очень важно говорить о культуре диалога. Пожалуйста, вы можете не соглашаться со мной. Я вас призываю к этому. Если мы будем просто со всем соглашаться, это тоже будет неправильно. И перед тем, как дать слово выступающим из зала, опять слово послу Сипульвала. Мы, конечно, все хотим видеть улучшение всех наших институтов управления интернетом, включая IGF. Я хотел все-таки взять минуту и оценить этот диалог, который мы сейчас с вами имеем. Это не соревнование, потому что у нас нет давления. Да, из нас нет давления, и надо принять какого-то решения. Это в этом очень важно. Поэтому это позволяет нам провести открытую, откровенную дискуссию. И не нужно ничего решать ни внутри себя, ни между нами. И в этом, так сказать, есть своя ценность. И я надеюсь, что мы продолжим в таком же духе. Хотел также остановиться на таком, что существует прогресс даже в то короткое время, которое я был на своем посту, в объединении и проблем, и задач, и потенциальных решений этих задач. Например, мы полностью согласны с анализом Бразилии и других, в том, что правительство и общество развивающихся стран, включая частный сектор, академические, технические круги в развивающихся странах, не имеют адекватных возможностей для участия и голоса для участия в институтах управления интернетом. И вопрос
как нам это исправить? Я скажу, что существует достаточно прогресс в различных организациях. И я бы сказал, что в большой степени этот призыв был услышан. Это уже можно привести примеры по всему миру. Поддержка дается с различным институтом и неправительственным организациям развивающихся стран. Например, дается помощь на участие в международных конференциях и так далее. И в том числе и работа ICANN, мы видим, улучшается в этом направлении. И это наш диалог, и продолжающийся диалог. И ответ на вопрос, куда нам двигаться отсюда. Да, похоже, что мы поедем в Бразилию в апреле, но надо посмотреть, как это мероприятие будет создано. Ну, также будет Египет, когда конгресс по телекоммуникационному развитию будет проходить. У нас будут много еще мероприятий и конференций, где мы будем искать консенсус по различным вопросам. В конце концов, мы должны достичь цели – это всех вовлечь в мире в открытый инклюзивный интернет. И с точки зрения США, создание того, что, как министр из Великобритании сказал, да, у нас есть цель – это инициативу широкополосного интернета, планы широкополосного интернета и универсальных услуг по интернету. Мы также создали альянс по доступному интернету, который является партнерством 30 различных участников, включая техническое сообщество, частного сектора, государственного сектора, чтобы говорить о том, что какую государственную политику мы можем проводить, как раз сказал уже как министр из Великобритании, уже эти политики уже работают в Великобритании успешно. И вот мы все собираемся вместе и обсуждаем общие проблемы, которые касаются демократического, так сказать, включения всех в глобальное интернет-сообщество. У нас есть еще вопросы из зала, председатель. Доброе утро. Меня зовут Уолтер Натрес, я частный консультант. Погромче, пожалуйста. Уолтер Натрес, я частный консультант и представляю NLGF. У нас будет в четверг интересные сессии после обеда. Я надеюсь, что у кого-то есть хорошая практика. Пожалуйста, не ближе к рту держите микрофон. Вот прямо вот так? Хорошо. У нас будут хорошие примеры. И большинство из них уже представлены в тех сессиях. У меня три вопроса на самом деле. Они вместе, но я хочу начать с личного опыта, который у меня есть с обществом интернет, где я представлял датское правительство, чтобы учить правительство по борьбе со спамом. И вопросы, который задавал представитель ITU из Южной Америки. Может ли ITU помочь нам вместо того, чтобы спрашивать, что мы можем сделать вместе для решения этой проблемы? А почему вы же не задали этот вопрос ITU? Мы все задаем это ITU, потому что никого больше не знаем. И многие правительства Южной Америки, когда я стал с ними сотрудничать теснее, мы поняли, что ITF даже не был там никогда. Как мы могли что-нибудь техническое сделать при таких условиях? Это лишь небольшие примеры из моего опыта. Как мы, практически техническое сообщество и правительство, можете изменить это в ходе ближайших лет с тем, чтобы больше знаний было распространено в регионах? Куда, например, в таких регионах, где эти организации не появляются. Например, они работают в основном в США и в Европе. Они должны ехать
в Латинскую Америку. У них нет там членов, нет офисов. Как государство вместо с частным сектором могут обеспечить, чтобы это знание были распространены в этих регионах? И второй вопрос, что если четкое понимание правителей и местных властей о необходимости участия в подобных мероприятиях. Я считаю, давайте мы соберем вопросы. Хотелось бы ответить, конечно, давайте несколько вопросов заслушаем и потом ответим на все вопросы сразу. Давайте сначала дадим слово Авлищи. А затем есть у нас еще интернет-модератор. Мы видим вопрос из Тунисии, из Туниса и Соединенных Штатов. Она спрашивает, много очень разночтения того, как интернет соответствует правам человека. Я понимаю, что большинство граждан Соединенных Штатов не нравится вот их вторжение в их частную жизнь. И как мы можем адекватно обсуждать что-то с правительствами, когда эти правительства занимаются деятельностью, которая полностью противоположна нашей платформе? И как мы можем улучшить или как обеспечить частного гражданина в его вовлечение в этот процесс государственного частного сотрудничества? Благодарю. А я бы хотел поблагодарить выступавших за презентации. И мне понравилась фраза господина Фрейзи, когда он говорил, роль правительства должна быть как партнера, сетевого партнера, вместо того, что кто-то диктует. Это то, что мы делаем в Голландии. А наше государство и наше Министерство иностранных дел сейчас создает долгосрочные исследования о том, как будет правительство выглядеть через десяток лет и какую роль будет телекоммуникация играть в этом. И в этих изменениях, которые сейчас происходят, это, значит, мы делаем это в корпорации со всеми партнерами, с НПО, частным сектором, гражданским обществом, техническим обществом и так далее. И, значит, это национальная модель сотрудничества, достаточно хорошая для будущего, для продолжения строительства. И было бы здорово, если мы бы смогли это установить на международном уровне, на мировом уровне. Я также слышал одного из докладчиков, она сказала, у нее есть озабоченность у нарастающей роли правительства в этих процессах, потому что они могут выпихнуть других партнеров из этого, если я правильно понял ее. Это свидетельствует о том, с моей точки зрения, что мы все стремимся найти правильную роль правительства во всем этом процессе, и я думаю, это связано с сутью модели многостороннего сотрудничества. Все должны участвовать на равноправной основе. Поэтому у меня вопрос такой. Как вы интерпретируете концепцию равноправного участия в отношении роли правительства? Есть ли еще вопросы? Вот здесь еще есть один вопрос. Очень замечательный диалог у нас сейчас проходит. Я очень рада, что вижу, что здесь уже зрелость и уровень доверия выраженный во всех выступающих. И смотрим различные перспективы, которые проявляются. И я сейчас слышу это. Для меня это означает очень важный сигнал для будущего. И что я хотел бы добавить с точки зрения улучшения транспарентности. Я знаю, что многие организации работают активно
в этой области. Но это что такое, что нужно более активно продвигать с точки зрения IGF. Это отчетность и прозрачность. И с точки усиления активного сотрудничества, усиления активного участия. Даже в ICANN, в ГАКе. Там 193 страны участвуют, но, по-моему, я не думаю, что там 193 представителя правительств за столом. И вопрос не только с ICANN. Вопрос – это привлечение правительств к участию в дискуссии. И другой вопрос – это организации стандартов, неважно, национальные или международные. Нужно обеспечить больше подотчетность и транспарентность, чтобы все могли доверять им. Благодарю вас. Да. Найджел Хекс из ICANN. Можно это... Про ICANN уже говорили несколько раз, и я хочу подтвердить то, что говорилось. Что ICANN хочет более международный характер придать своим операциям. И мы уже открыли офисы в различных регионах. Ну, мой голос не так громкий, но я могу поближе говорить к микрофону. Наш председатель, он сейчас занимается вопросами глобализации операции ICANN. И вы, участники, вы можете подтвердить это. В ГАКе уже 129 стран, но не все являются в комитете, консультационном комитете. И вопрос, который у меня, который хотел задать, я, может быть, проспал, но я не услышал Всемирный саммит по интернационному сообществу и ревью, обзор, который сейчас проводится. По-моему, только посол США упомянул, что конференция ITU будет состоиться в апреле в Египте. Это очень важный, конечно, шаг, но есть еще более важный шаг. Это когда Генассамблея ООН должна провести обзор в СИС. И, может быть, докладчики могут сказать, что они надеются будет с ВИСИСом. Благодарю вас, председатель. Благодарю за предоставленную возможность. Хочу повторить, да, о том, чтобы решение проблем надо искать на местном уровне. А IGF – отличная платформа, конечно. Я хотел бы больше видеть больше женщин, больше молодых людей, особенно из развивающихся стран. Поэтому мы могли бы больше говорить по послу, по программе ИСОКа, по программе послов ИСОКа, в том числе решения проблем на местном уровне и распространение опыта на международном уровне. Я хочу предложить всех к открытому форуму, который Индия организует для организации своей программы. И все, пожалуйста, на третий день в комнате 3 в 11 часов это состоится. Благодарю вас. Меня зовут Вольфганг из университета Оркус. И я хотел прокомментировать тот вопрос, который был поднят представителем Голландии, относительно равенства, потому что многие эти организации, они говорят об определении управления интернетом, и, соответственно, они, тем не менее, в конечном счете одобряются государством, несмотря на разнообразие голосов и мнений. И очень важно посмотреть на роль соответствующих заинтересованных сторон. И я думаю, что речь шла о процедурах совместного принятия решений и механизма, обеспечивающего такие принятия решений. Но очень важно посмотреть также и на то, чтобы двигаться дальше. Кто принимает в конечном счете решения? И я думаю, что когда правительство
говорил, представитель правительства говорил о равенстве, здесь очень важно обеспечить звучание всех голосов, всех заинтересованных сторон. Но я думаю, также нужно посмотреть и на то, что было в Тунисе, как создание необходимого платформы равенства. Да, Жанет, может быть, я задам вопрос. Мы слышали от представителей Бахрейна о том, что представлять собой должно будущее. Уже представитель Индонезии отвечал на этот вопрос, чувствительно начал из ICANN. Также задал вопрос о том, каким образом будет развиваться наша среда в следующие 18 месяцев. Может быть, представители нашей панели расскажут о том, как такая многосторонность позволит развиваться в дальнейшем этой среде. Что ж, спасибо. Я думаю, что нужно помнить и о том, что в течение наших работ этих на этой неделе, завтра, например, у нас будет вопросы по принципам интернет-управления, принципам сотрудничества различных участников, и у нас будет отдельное заседание по правам человека также. Как уже говорилось, также вопросы об слежке многих других вновь возникающих вопросов, связанных с интернетом, так что у нас будут открытые возможности обсудить это на самом разнообразном уровне в рамках нашего форума. А теперь, кто хотел бы ответить на предыдущий вопрос, который прозвучал? Итак, пожалуйста, Аврич, вы хотели бы... Аврик, пожалуйста, вы хотели сказать. Да, спасибо. Я думаю, что действительно очень... хорошая возможность ответить, но я бы хотел ограничиться несколькими моментами. Если мы посмотрим в ретроспективе, заключается в том, что можем ли мы в конечном счете защищать наше государство и национальные интересы, учитывая принципы нашего правового поля в каждом отдельном государстве. На что нужно обратить внимание с этим в отношении интернета и его управления? Ограничения, которые определенные правительства действительно накладывают на права человека, отражаются и на интернете. С одной стороны, права человека ограничиваются в реальности, и это отражается на интернете. Здесь очень важно посмотреть, какие права ограничиваются ради каких национальных интересов. И также очень важно посмотреть и на принципы вообще уважения прав человека, потому что старое понимание суверенитета, что в конечном счете речь идет о каких-то местнических интересах, может быть, на национальном уровне. Но здесь мы должны посмотреть на новые основы, которые определяются открытостью дискуссии по существу. Если то, что происходит, не соответствует принципам прав человека, как то выражается в основном документе по правам человека, тогда мы можем обсуждать эти вопросы, и мы должны, соответственно, давать свои советы и заключения по этому поводу. И еще один важный момент заключается в том, что мы можем выходить за узкое понимание суверенитета нации, потому что страны согласились ограничить себя, сделать ответственными себя за права человека. Я думаю, наша ответственность как раз и заключается в том, чтобы IGF и другие усилия в конечном счете возвращались к основным документам по правам человека, которые подписали большинство стран мира. И, соответственно, в этой связи нужно смотреть, что каждая отдельная страна делает в плане осуществления своих обязательств согласно этим принципам обеспечения прав человека. Это и должно являться основой наших дальнейших дискуссий.
И это должно также быть основой того, что мы защищаем нашу философию, все наши мотивации должны быть фактически вокруг этих документов, и, соответственно, любые нарушения прав человека мы не можем на них закрывать глаза. Спасибо, я на этом остановлюсь. Спасибо, Яри. Спасибо. Я думаю, что здесь очень много вопросов было поднято. Два из них я хотел бы ответить. Первый касается вопроса правительственных органов, которые знают друг о друге или нет, и насколько они ответственны. А в АИТФ у нас имеется очень хороший опыт работы по выработке политики в рамках ISECS, когда действительно она применяется в разных государствах, разные регуляторы могут ее соответственно использовать достаточно успешно. Я благодарю ISEC за эту инициативу. То же самое программы создают и другие организации, и остальные участники, я думаю, могут вынести очень хорошие уроки из этого опыта. Еще одна вещь, что касается нашего опыта в ITF, это создание работы групп экспертов. Я к таким экспертам сам отношусь, когда мы пытаемся работать в разных направлениях, работать в связи с правительствами, с другими организациями, в неформальном, так сказать, ключе, когда мы информируем друг от друга, что происходит на наших соответствующих сторонах, и создание общего пола информации в результате. Также нужно создавать возможности с помощью интернет-технологий объединять различные усилия различных сторон, потому что интернет как раз и является такой платформой. В моей стране, Финляндии, у нас имеется очень много работы в этой сфере, но она, к сожалению, не является пока что всеобщей европейской практикой. Так что еще можно отметить, что мы должны посмотреть на то, как люди работают по этому вопросу в разных странах мира. Есть еще одна программа ISEC, которая объединяет различные организации, индивидуумов, как развивающихся, так и развитых стран. И они, в частности, например, проводили недавно встречу в Южной Америке. И еще один вопрос, который я хотел бы отметить. Это заявление Монтевидео и, соответственно, какие вопросы выходят из этого. Посол Сапрува уже говорил по этому поводу, что действительно очень много вопросов основывается на этом. Пример в ITF. Мы очень много зависим от протокольных параметров регистрации. И в основном это речь идет о регистрации портов, которые создаются для специальных целей. И также правительство Соединенных Штатов имеет соответствующий контракт с ICANN на этой основе. И после этого сообщество ICANN, ITF могут сделать очень много в плане создания единого механизма по регулированию этих процессов. У нас имеется соответственное соглашение об услугах, у нас очень много систем трекинга и многие другие инструментарии. Я думаю, что это один из примеров такого рода эволюции, и в дальнейшем, я думаю, эволюция будет происходить в том, чтобы создавать общие модели. Когда одна страновая модель, например, которая у нас имеется в стране, будет работать и учитывать международные тенденции. И в заключение вы спрашиваете о перспективах. Мои три заключения заключаются в том, что мы должны продолжать объединять людей, соединять их, правительство и другие организации с помощью диалога. Не просто когда правительство играет роль ментора, а другие должны просто слепо следовать этому. Здесь должен быть обязательно диалог многосторонний. Во-вторых, мы должны продолжать эволюцию различных элементов системы,
по управлению интернетом, и далее все вот эти форумы, процессы и дискуссии должны быть многосторонними, принимать во внимание должны все заинтересованные лица, соответственно, не должно быть монополии на принятие решений, потому что интернет сам по себе открыт всему миру, и там имеется огромная совокупность различных интересов, и, соответственно, невозможно обсуждать общие вопросы без участия всех этих заинтересованных лиц. Я думаю, что мы, в принципе, согласны с этим подходом, и мы уже пытаемся вот на таком мероприятии выработать такой многосторонний подход. Спасибо, Герат. Спасибо, Маркус. Я попытаюсь несколько моментов отразить в своем выступлении сейчас. Во-первых, это вопрос равенства. Один пример, который прежде всего касается ответственности правительства за создание инфраструктуры. Это иллюстрирует, как вот такой подход на основе равенства будет работать. И в идеале правительство должно создать возможности для инвестирования в стороны частного сектора. И правительственные фонды также должны быть направлены в сфере, где частные инфраструктуры не будут заинтересованы. Например, сельская инфраструктура, начальное образование и другие сферы, которые не привлекают традиционно частные инвестиции. И как только это будет в виде политики закреплено, тогда, соответственно, у вас будет возможность создания частных инвестиций и направлений в те сферы, которые государство не может инвестировать, и наоборот. И таким образом требуется создание необходимых законодательных основ с тем, чтобы обеспечить уверенность инвесторов, и такие инвестиции будут сделаны. И еще один шаг, как только он будет сделан, как я его назвал в начале, тогда мы можем посмотреть на изменение парадигмы в сторону частного сектора, когда уже будут созданы необходимые инвестиции, и когда правительство, соответственно, будет создавать независимого регулятора, который начнет брать на себя важные функции, которые изначально традиционно принадлежали исключительно к телеком-отрасли. И далее подключаться будет и частный, гражданский сектор. Он будет наблюдать за тем, где имеется возможность больше вовлеченности, какие программы можно создать по вопросам образования, по вопросам здравоохранения, создавая таким образом инфраструктуру, которую частный сектор, надеюсь, построит. Технические сообщества также имеют свою роль относительно того, каким образом расширить этот спектр участия до максимума, какие новые инновации, возможные со стороны технологий, которые расширяют прав людей, женщин, права сельских сообществ. Также роль академических кругов является очень важным в этом направлении. В частности, речь идет об определении будущего инвестиции. Действительно ли проводятся необходимые исследования для того, чтобы посмотреть, как инфраструктура будет отражать наиболее принципы, важные для развития. То есть можно продолжать бесконечно, но главный принцип заключается в том, чтобы каждая заинтересованная сторона участвовала, определяла собственную роль в рамках такого подхода на основе равенства. Например, создание инфраструктуры, и после этого можно создавать уже другие элементы, о которых я говорил. Но если мы также отмечаем о том, что и какие условия необходимы, какое знание необходимо в сети для того, чтобы помочь задачам, поставленным 21 веком, это один из примеров равного подхода, как мы видим на основе примера частного сектора. Это не ограничивает роль
частного сектора, не ограничивают роль государства, потому что эти роли постоянно развиваются, и также вот в этой картине многосторонней мы видим каждую роль в отдельности. Только 16% азиатского населения находится в онлайн. Так что очень много нужно сделать в этом направлении. Вот в чем должны содержаться основные наши задачи. Также я хотел бы несколько слов сказать о том, что правительство может сделать в укреплении этого многостороннего процесса. Мы говорили о стипендиях, которые предоставляются для молодежи, с тем, чтобы посещать такие мероприятия, как международного, так и местного уровня, касающиеся управления интернетом. Так что имеется институционализация, институт таких стипендий, таких грантов со стороны правительства, которые предоставляют молодым людям для участия в таком диалоге. Это замечательная программа, когда люди приезжают на вот такие форумы, как наш. И далее сферы новых технологий. Например, еще один элемент – это мобильный интернет. И также вот мобильный интернет, это также очень-очень большой элемент нашей работы. Я захотел в конце сказать, что сейчас происходят важнейшие изменения. Так что не будем решать слишком поспешно, куда развиваться. Действительно, нужно этот вопрос прорабатывать через открытые консультации. И все эти консультации, в конечном счете, выработают нашу подход к следующему году. Спасибо. Теперь посол. Я не буду много говорить по этому поводу. Я просто хотел один момент отметить относительно того, где мы сейчас находимся. И если мы посмотрим на WISIS плюс 10 и посмотреть на этот обзор, где мы находимся в рамках выполнения этого плана действий, здесь несколько слов нужно отметить. Во-первых, нужно этот обзор завершить и посмотреть, что нужно сделать в дальнейшем. Далее мы должны посмотреть, что сделать для того, чтобы выполнить эти задачи, как было сказано ранее. Я думаю, что здесь очень важно посмотреть, как оценить эти задачи с тем, чтобы посмотреть новые WISIS, новые планы действия в этом плане. Пока что здесь дискуссия только намечается, но я думаю, что очень разные точки зрения будут, несомненно, приветствоваться. Спасибо. И это также вопрос расширения мандата IGF. Я думаю, что такой мандат будет расширяться для создания такого рода платформы. И, пожалуйста, я даю слово послу Фонсека. В качестве заключительного комментария я хотел бы повторить, что Бразилия рассматривает модель многостороннего участия, и IGF само по себе является лучшим выражением такой модели на международном уровне. Я думаю, что она, в свою очередь, играет очень важную роль как определение контента, определение участия различных заинтересованных сторон. Мы уверены в том, что качество решений и их законодательная сила будет в дальнейшем укрепляться для того, чтобы каждый мог участвовать, все эти заинтересованные стороны понимали суть повестки дня, с тем, чтобы формат IGF сохранялся, и мы также в 2015 году подали заявку на принятие у себя такого форума IGF. Я думаю, что здесь будет акроним ICT. I будет соответствовать информации. Очень важно посмотреть
важности информирования каждой заинтересованной стороны, чтобы каждая из них знала, что делает другая. И это будет начальным пунктом. Вторая часть этого акронима – это СИКО, операция, сотрудничество, для того, чтобы все вопросы решались в этом контексте. И заключительная часть – это ТИ, траст. И, соответственно, все это можно осуществить только, если есть доверие и взаимное признание интересов каждой заинтересованной стороны, как со стороны правительства, так и со стороны других заинтересованных лиц. Это понимается как изменение культуры. Мы должны признать наши разницы в культурах, потому что правительство решает вопросы по-своему, зачастую это же делает и гражданский сектор. Но речь идет о создании такого креативного мышления. В этом плане очень важна и роль правительства. Нам очень приятно быть частью этой дискуссии, так что я думаю, у нас в конечном счете будет высокого уровня дискуссия. И с точки зрения правительства, это очень важно посмотреть на роль правительства, потому что многие ее просто отрицают, но я очень рад, что участники нашей панельной дискуссии признают уже эту роль. Также очень важно отметить, чтобы это подразумевалось и очень в плане действий правительства четко понималось. В правительстве, как вы знаете, есть сферы широкой, такие географические, амазонская, например, дельта. Правительство в сотрудничестве с другими участниками, они решают ситуацию таким образом, чтобы амазонские удаленные сообщества были взаимосвязаны друг с другом. И, соответственно, это делается таким образом, что правительство играет четкую роль в этом плане. И также, если мы посмотрим на оборону, например, там, соответственно, еще одна сфера для работы правительства, я думаю, преимущество заключается в том, что мы определяем те сферы, где работает такая модель многостороннего сотрудничества. И это должно признаваться правительством, но и другими участниками. Далее, о саммите в Бразилии. Было отмечено озабоченность некоторых сторон относительно того, как это будет соответствовать существующим процессам. Я хотел бы четко сказать, что правительство Бразилии уважает существующие процессы, мы участвуем активно в этих процессах, и действительно мы не хотели бы, чтобы наше мероприятие в Бразилии как-то конкурировала или дублировала эти важнейшие встречи. Шарм-эль-Шейх встреча является еще одним важным процессом. CSTD встреча, когда мы получили отчет от рабочей группы, это также является очень важным процессом. Так что я думаю, что это все должно быть в том ключе, чтобы мы работали вместе, но никак не против друг друга. Так что в отношении всех этих процессов очень важно отметить, что здесь должны быть отдельные мероприятия в 2015 году, в 2014 году. Обзоры должны быть осуществлены для того, чтобы суммировать все вот эти импульсы. Встреча в Шарм-эль-Шейхе была такого рода очень хорошей попыткой, но также в работе рабочей группы по расширению сотрудничества там также были озвучены очень интересные соображения относительно того, какие сферы правительство должно взять на себя, где оно должно работать. Я думаю, что подобного рода очень хорошая инициатива, такая рода инициатива будут, в свою очередь, полезны.
и наша встреча будет позже, и очень много интересных идей будет и там обсуждаться, так что здесь нужно, соответственно, высокого уровня мероприятия по заинтересованным сторонам, нам, по управлению интернета, их сотрудничеству. И, соответственно, здесь мы будем... Не будем, вернее, пересматривать повестку дня Туниса, просто это будет соответствующая корректировка, учитывая те решения, которые будут высказываться со стороны многосторонних сторон, заинтересованных сторон. Я думаю, будет плохо, если мы потеряем вот этот положительный импульс с момента тунисского саммита и, соответственно, не будем расширять нашу работу конструктивным образом, а не просто создавать какие-то бюрократические документы. И я бы еще в заключение хотел бы поблагодарить наших партнеров и коллег по очень хорошей за очень хорошую дискуссию, за высокий уровень сотрудничества. Спасибо. Спасибо, министр Вейзи. У меня всего 3 минуты осталось на этой части. Я постараюсь очень коротко. Как вы знаете, IGF должен укреплять свое представительство, об этом говорили выступающие, и сделали очень много должных моментов в своих выступлениях, отразили очень важные вопросы ИКТ и ITU. ITU, в частности, это более такая старая организация по сравнению с IGF, и действительно должна... ее интересы быть во внимании. Также очень важно посмотреть в конце нашего саммита ITF не только, так сказать, политические предложения, но также вопросы консенсуса, вопросы, связанные с тем, что можно взять в качестве основных выводов нашего форума ITF, и я думаю, это очень важные инициативы, которые должны продолжать эволюционировать, развиваться. И в этом IGF, без сомнения, играет очень важную роль в рамках нашей дискуссии по управлению интернетом. Я очень высоко ценю то, что сказал Найджел Хиггсон относительно глобализации и роли ICANN, то есть международной корпорации по... приписанным именам и номерам. Это очень важный вопрос, который каждая страна рассматривает, то, что ICANN играет свою роль в участии и создании диалога с ICANN, является очень-очень важным элементом нашей работы. Что касается вот вопросов о том, каким образом создать равную платформу сотрудничества правительства и гражданского сектора. Действительно, здесь очень много было относительно вот, вопросов ВИСИС, Всемирного саммита по информационному сообществу, и плюс 10 задач к ВИСИСу. Действительно, это... очень важная задача создания этой поездки дня после Туниса, прошло 10 лет, и нужно, соответственно, развивать эту модель участия правительства, гражданского сектора и частного сектора. Без принципа равного партнерства такой, естественно, опыт не будет успешным в Великобритании. Это работает достаточно успешно, как и во многих других странах, где интернет стал важнейшей частью общества и экономики, в частности. И таким образом, я думаю, этот опыт должен быть передаваться и развивающимся государствам также. Ну, теперь надо сосредоточить внимание на различных нациях, миллиардам людей, которые ведут на онлайн. Поэтому я хотел бы... чтобы все присутствовали на правительственном приеме, в индийском приеме, и послушать их. Потому что мы должны будем абсорбировать этот миллиард, который выйдут в интернет в скором времени. Благодарю всех, хочу поблагодарить всех выступающих, выступавших в зал.
наша дискуссия, конечно, завтра должна продолжиться. И я серьезно отношусь к вопросам партнерства, вопросам доверия, а также конвергенции, которую нам нужно усиливать. И именно активное участие развивающихся стран. Я думаю, что впервые, если я не ошибаюсь, когда министр среди докладчиков активно с нами работает в течение 3 часов, и даже у вас не было заготовленной как бы бумаги, поэтому благодарим вас особенно. Да, вы боялись, что я без бумажки через 3 часа не смогу провести. Ну и так, благодарю вас. Хочу наших удаленных модераторов, Мэтью, поблагодарить. И давайте поаплодируем всем докладчикам. Итак, заседание закрывается, и мы ждем вас здесь в 2:30 на церемонии открытия. Благодарю вас.